Привет, я Ник Раммел, сотрудник отдела предварительного техобслуживания компании Caterpillar. Сейчас мы проверим водяной насос на предмет утечки через его выпускное отверстие. Просто возьмите ветошь и подержите ее. Мы также можем использовать зеркало и фонарик, чтобы осмотреть выпускное отверстие. Как видите, помимо небольшого количества масла, через это отверстие происходит утечка хладагента. Теперь нам нужно повысить давление в этой системе охлаждения и осмотреть ее после такого повышения, чтобы убедиться в том, что она действительно течет, и определить серьезность утечки. Если утечка будет больше, чем несколько капель, это повод для беспокойства о том, может ли система выдержать длительную эксплуатацию с высокой мощностью. Кроме того, в этом узле радиатор находится перед двигателем. Но если бы радиатор находился на крыше, давление на выходе было бы еще выше. И у нас было бы еще больше поводов для беспокойства о такой утечке из-за повышенного давления. Это нужно проверять примерно раз в месяц на стационарных двигателях. За более подробной информацией обращайтесь к вашему местному дилеру.